Привет, YouTube, ну и конкретно Ольга Ткаченко. Я обращаюсь лично к вам, потому что вы разбираетесь в трендах. Чокеры сейчас действительно на пике популярности, их делают из разнообразнейших вариантов, разнообразнейших материалов. Смотрятся они очень здорово. Что можно использовать? Конечно, это могут быть ленточки, могут быть атласные, могут быть велюровые ленты. Очень красиво смотрится кружево. Кружево в лентах, покупаете отрезок и смотрится как будто бы узор на вашей шее. Это могут быть разные варианты, можно добавлять какие-то небольшие подвесочки. Я полюбила чокеры после фильма «Леон Киллер», когда у малышки был этот чокер, смотрится действительно очень красиво и хорошо, что они опять популярны. Я надеюсь, вы сделаете свой индивидуальный. Привет, друзья! Вам понравилось это видео? Тогда ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, делитесь этим видео со своими друзьями, а также подписывайтесь на наш канал и все будет доброе!